Под руководством президента Азербайджана принимаются комплексные и целенаправленные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом продолжают поступать средства. К реализуемым в стране крупномасштабным мероприятиям в связи с распространением коронавирусной инфекции присоединились государственные и частные организации, высшие учебные заведения, мобильные операторы. Азербайджанское Каспийское морское пароходство перечислило 500 тысяч манатов в фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Наряду с этим структурные подразделения Каспийского морского пароходства проводят мероприятия по повышению осведомленности борьбы с коронавирусной инфекцией. При компании также действует штаб-квартира и горячая линия. Азербайджанский медицинский университет также принимает участие в кампании по борьбе с коронавирусом. Он вошел в число вложивших средства в созданный по указу президента Ильхама Алиева фонд поддержки по борьбе с коронавирусом. В фонд было переведено 50 тысяч манатов. Состав врачей, рабочие силы и клиники Азербайджанского медицинского университета работают в усиленном режиме в период борьбы с коронавирусом. Стало возможным осуществлять пожертвования в фонд безналичным перечислением. Это означает, что наряду с отдельными организациями, компаниями и агентствами индивидуальные лица также могут вложить средства в фонд по борьбе с коронавирусом с помощью любой платежной карты и любого местного банка. Для этого следует перейти на сайт ibar.az. В связи с этим посольство Азербайджана в США в Твиттер призвало своих соотечественников присоединиться к этой инициативе. Согласно указу главы государства Азербайджана, был создан фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Закрытое акционерное общество «Сокар Петролиум», которое контролирует работу заправок под брендом «Сокар», также присоединилось к фонду. Было выделено 250 тысяч манатов для здравоохранительных мероприятий, осуществляемых против коронавирусной инфекции в стране. Открытое акционерное общество «Азер Энерджи» в соответствии с рекомендациями президента Ильхама Алиева по поводу стратегии корпоративной социальной ответственности присоединилось к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса и защиты здоровья граждан. Таким образом, «Азер Энерджи» перечислила фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 миллион манатов. Счета на добровольные выплаты открыты в Центральном банке и Международном банке Азербайджана. Цель фонда – предотвращение распространения вируса, проведение серьезных превентивных мер, а также поддержка укрепления финансово-технической базы медицинских учреждений специального режима. Альбина Абдурахманова, CBC.